Тима, но все-таки вот по литовской продукции, что ты можешь сказать? Что могу сказать? Сама ее не употребляю, употребляю только наша кубанская. Благо мы живем в хорошем крае, и все у нас здесь свое. А насчет того, что нужно задуматься о качестве, я говорю уже давно. С какой-то стати литовцы, которые нас, по всей видимости, считают какими-то недочеловеками, поставляют нам качественную продукцию. Я думаю, ее нужно проверить на содержание ГМО, а также ряда запрещающих средств, которые они используют при подготовке вот этих самых молочных продуктов. Тем более, у нас есть повод делать свою молочную продукцию, и мне кажется, она будет гораздо качественнее, потому что мы будем делать для себя, а это значит... Да мне кажется, Кубань вообще сможет прокормить всю Россию, если правильно поставить этот вопрос, как ты думаешь? Конечно, разумеется, я даже в этом не сомневаюсь. Помимо Кубани еще очень много мест, которые могут делать спокойно молочную продукцию, при этом чувствовать себя замечательно. А вот насчет этого момента, одна женщина ВКонтакте, работница, кстати, литовского молочного завода, просто написала, что... Ну, в сыворотку, ну, отправляемую в Россию, из которого делается творог, она просто плюет. Вот как ты к этому относишься? Плюет ли она в то, что отправляется в страны ЕС? А, хотя в страны ЕС их не эти вряд ли берут, я их забыл. Ну да, по-моему, у них там совсем ничтожный процент идет на экспорт в ЕС, а именно более 40% Нет, ну я все понял. Нет, я уверена, что они туда не только плюют. А ты что? Поливать, понимаете, это все-таки органические соединения. Я не думаю, что от плевка как-то будет портиться наше здоровье. В общем, поэтому они добавляют туда химические средства, которые направлены на то, чтобы именно ухудшить здоровье нашей нации. То есть вас... надо переходить на собственные продукты питания. Да, или вообще не есть творог. Все равно от него толку. Спасибо.